Слышь. Убил. АГС еще били. АГС ТНК. Сел за пулю. Убил. Со скалы снайпер. Либо или по нему, или он по кому. ЧВК, скорее всего. ЧВК стреляет. Ладно, поднимай сюда на снайпер тогда. А, лежит тут, отдыхает. Где? Здорово, чел. Отдохнул. Я подбегаю сейчас. А, он прям там лежал? Вдруг у него там, на той скале. Был? Нет, пока. Или не друг? Ой, искра, ёптыч. Лежит родненько. А тут где в нычке в этой. Между скал. Пита, ты где? Палатку пробежал в сторону МЧС. Загребай. Так, я, короче, шатан здесь у бункера, который ближайший к самолету. Хочешь, сразу заложишь там искру и воду, вода у меня есть. У меня тоже есть, я взял сам все. Кто? Я. У нас сзади между скал кто-то стреляет. Бегу туда на выстрел. Давай. Можешь отойти. До стихерова. Стихерова уходи. Стихерова. Убил. Я подхожу к вам от гряды. Блять, да, еще есть. Там где платник бывший. Убил. Я, в принципе, пол сумки сожрал уже. Да есть? Опа, СПД. Всё. Уже отплатник откуда-то. Да-да. Надо по тайкине, кажется. Надо затушить его, блин. Что он там с СПД думает? Да, я имел в виду это. Долечиться нормально. Одного убил. Это не СВД. СВД ниже где-то от плотника работал. Да-да. Неплохо, что ли? Дал туда флеху. Снайперская. Этого не вижу нигде. Это... Собирайте, пойдем. Да-да-да, валить. Броник новый, 4 класса. Них? Смотрю еще, который тут крался.
четвертый получается, да? Да. Первого под офисом. Он там же? Да. Ты по железу? Да-да-да. Я на третьем стою контролем. Он меня отыграет. Я его убил, это ты? Нет. Ты понял. О. На третьем, на железе. Первый еще есть. Это он спрыгнул. Убил. Убили меня, еще один на первом этаже. Понял. Калашом на ПТшке. Убили меня просто. ППшки. Кто-то идет от ТГС. У меня чел. Убил? В опене нет, это он по мне. Ты с калашом? Да. Я вышел с гаража в сторону времянок. Стоишь? Подхожу, сел. Сел? Он, значит, он там. Вижу, я вижу. Оттянулся. Он в яме, синим контейнером. Мог убить его. Думал, ты хочешь. Убил. АГС еще убили. АГС МК. Вышел. Сел за пулю. Убил. Я в гараже с Уралом. А, чел пробежал на костер. Справа налево. Возможно, Мещенко, надо стрелять его. Передо мной в кустах. Был? Кто? Там живой? Угу. Я через карман пойду туда, скажи. Бегу по КС, прям по центру. Чекал, все там видно? Да, я его собрал, не пойдешь. Это седьмой уровень. М-ка стандартная, АБС-ка осталась на нем. АБС-ка я бы да. Да, она там. Вы подходите, пожалуйста. Я на третьем. Ага. Я ставлю. Снимайте. Just let us pass and you'll be spared. In the movie. Поорать. Первый зал, по-моему, наверху, на балках. По-моему, он на офисах там, сверху. Или на офисах. Это он, это босс. Все, я минус, хереть. Убил меня. Я ему влил, я не знаю, просто за пол секунду? Магазина. Да, он меня сразу сбрил одним пулей, походу. Сейчас посмотрю. Перезашел. Где вы? Вы у выхода. Я у выхода. Я на времянке наверху. Бля! Волда. У тебя? У квадрата. Бежит. К вам бежит он. Лежать нахер. И я вылетел. Что за херня? Нет, нужна помощь твоя?
Ты зашел, где они? Аккуратно, где-то справа ходит, и один убит во втором зале. Я и покажу. Ты? Я... Минус один. Савит. Спасибо. А, это ты? Ты сказал, рядом ходит. Рядом справа. Минус еще чел. Убил? Сверху. Я хоть посмотрю на этого типа, блин. Кепка босс. Серьезно, блин? Что за броник? Вот хочу посмотреть. Шестой класс, вот он, блин. Вот он в этой хрени бегает, поэтому его убить не смогли. В шестом классе, блин. Так, это Давида возьму. Глушеный калаш. Дуюшник. Я с себя буду выкидывать, его забирать, и на этого села. Я же говорю, я без сумки. Получается, каждый раз по-разному у него, что ли? Он то АП-шками, то этими. Да, или... да, да. Он же БТ-шками вообще по нам стрелял в той карте. БТ-шки, АП-шки у него на дробаш. Так, маска сейчас описана. Кстати, обзор лучше, чем у Алты на этой маске. Я взял посмотреть. А, тоже шестого класса? Пятого. Что там мой девиз? По-любому заебись. На руке у него наколка. Красные маски. Вы как-то скооперировались, кто танковать будет, оделся бы в маску в эту. Ну пусть Мэтт ее танкует. Расхерачил бы. Ну пусть Мэтт ее танкует, мы его потом соберем. Ну. Вот зараза. Окей. Раздербаним, кому маску, кому разгрузку. Все, растащили по схронам. Я все записал, если что. Что знает. Он бежит вообще без остановки за тобой. А я сейчас, да, я ощутил, увидел, прочувствовал. Вот как... Это ты, блин, от квадрата добежал до бесплатника. Я реально, три отрубил... зала от него бежал, понимаешь? Отрубил стрим и сразу его убили. Как... Я тебе говорю, я три зала от него бежал. Я только слышу шаги за спиной. Шлеп. Ну, просто... Думаю, лишь бы не догнал, лишь бы не... А сам на стамину смотрю, потому что она все у меня кончится, все. То есть я, в принципе, могу... Влог... Он двое суток гнался за тобой, чтобы сказать, как ты ему безразличен. Да-да. Я теперь понял, почему они разбились это. Иди, посмотри. А, вот оно что, блин. Аня, не отдавай. Женский алкоголизм не лечится. Да-да, кстати, постоянно я это повторяю. Вот... Я настойки делаю. Настойки она делает, смотри. А что, ты потом втирать будешь их? В смысле, вот когда у тебя стоят перчатки такие, типа надутые вверх пальцами, это не настойка они называются вообще. Серьезно? Да. Блин, меня жестко обманули. Я-то думаю, это настойка. Ты эти настойки пьешь, да? Лечебные. Не, ну помогает. От всего, главное. От чего? От скуки? От всего помогает. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.